Я приветствую всех коллекционеров, покупателей и просто зрителей моего YouTube-канала. Девочки и мальчики, представляю вашему вниманию огромного полметрового новогоднего Дедушку Мороза. Но этот экземпляр, я более чем уверен, заинтересует только этих реставраторов. Есть прекраснейший шанс вам отработать свое мастерство в реставрации. Да, у него есть замечание, смотри. У него отлетела шляпа, и там есть еще на спине вопросы. Сейчас я это все покажу. Я знаю, вы, реставраторы, любите с такими делишками повозиться, довести его до ума, до оригинальности. Поэтому продаю этого Дедушку Мороза как на запчасти, под реставрацию, без претензий и возвратов. Надо ему вот бородку тут подкрасить. Какой у него нос такой, такой, глянь, какой он веселый дедушка. Он 70-х годов выпуска, там даже сохранилась наклеечка, сейчас я покажу. А в мешочке надо вот обращать внимание. Вот, бывает такое, что когда ты распечатываешь, а там советские купюры лежат, монетки. И такое иногда бывает. Ребят, ну вот смотрим, вот такая вот у него головешка. Здесь вот оно все на вате держится, это все надо тут поподвязывать, поподклеивать. Но самое важное это лицо его. Мне так кажется, лицо и вата. Вот, ну рука, да. Вот у него еще вопрос есть рукой, короче, она вот болтается. Надо ее пришить, подклеить, короче. Сейчас буду крутить, вертеть. Оп. Вот такой вот он с палочкой. Видишь, как похоже на березку. На березку. Такая вот погнутая вся. Я не знаю, какая она должна быть. Ровная или погнутая. Перчатки. Ну, местами есть вот эти. Такие вот загрязнения. Ну, сколько ему лет, что вы хотели. Тапочки, тапочки. Тапочки нормальные. Вроде как целые. В общем, он требует, он просится. А лава сейчас отлетит. Просится на реставрацию. Сейчас вот так вот одеваю. Вот. И, конечно, вот замечание еще у него есть тут на спине. Вот кусок спины у него тут оторвано. А тут такая вот, видишь, бумага. Внутри там что-то такое вот более тверденькое. Вот эта рука, видишь, вырванная. Это все, я знаю, ты у тебя все получится. Я в тебя верю. Так, и сейчас вот попробую показать эту маркировочку. Маркировочку. Так, вот такой еще он серьезный дедушка. Добрый-добрый Дедушка Мороз. И вон же она, площадочка, на которую он крепится. Так, ММПУРСР, Ровенская фабрика детячих игрушек. Город Ровно, Комсомольская, 3. Дед Мороз 50 сантиметров. 1970 какой-то год. 77-й быстрее всего. Сохранилась. Да, вот такая бумажечка. Ребятки, переходим по ссылочке. Продается под реставрацию. Без претензий и возвратов. Вот такой полметровый ровенский Дед Мороз из города Ровно.